В Нижневартовске готовится к открытию филиал регионального отделения Всероссийского общества слепых. Об этом объявили руководители общественной организации во время визита в столицу Самотлора. Сегодня в Югре проживают более 600 слабовидящих и незрячих, чьи интересы и представляет общество. В этом году окружному отделению исполнилось 2 года. За это время в Югре появились 3 представительства в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нягане. Организация решает на территории округа 17 основных задач, связанных с поддержкой и социальной реабилитацией людей с ограниченными возможностями здоровья. В их числе обучение детей с дефектами зрения, азбуки Брайля, оказание юридической помощи, создание рабочих мест для слабовидящих и незрячих. Только за прошлый год удалось трудоустроить на квотируемые места больше 50 человек. Организация филиала в Нижневартовске позволит решать возникающие вопросы более оперативно. У нас на сегодняшний день больше 100 человек инвалидов по зрению членов ВОС проживает на территории города Нижневартовска. Но я скажу так, все равно нужен лидер, который бы мог организовать инвалидов и создать эту организацию. Потому что не просто так организовать работу с людьми, потому что у каждого есть свои требования, свои отношения. Плюс уже когда сложились взаимоотношения на уровне муниципалитета, вы привели пример, что Светлана Ангеловна работает, получает поддержку от местных властей, по крайней мере, какие-то интересы она тоже помогает людям решать. Я знаю, создана психологическая служба, где инвалиды могут позвонить. Мы тоже развиваемся параллельными курсами.